Приветствую всех любителей острова. Якутский нож вашему вниманию давненько не делали, многие спрашивали, пожалуйста. Клинок Х12МФ, проковано все вручную. Спуск, линза, но линза такая, скажем, не ярко выраженная. Обращаю внимание, с подводом, то есть нож сведен 0.1, 0.2, но подвод имеет место быть вот с этой стороны. Для более контролируемого реза. Потому что, как я заметил, не все понимают, что такое сведение в ноль. Гравировка нанесена на клинке. Рукоять. Сувель карельской березы. Пропитка рукояти Даниш. Больстер эбонит. По всем законам жанра, друзья, кто говорит, что на северных ножах не должно быть на рукояти металла, пожалуйста, вот это вот special for you, как говорится. Обращаю внимание, нож под правую руку, праворукий. Среднеразмерный по своим характеристикам, по классификации якутских ножей. 273, общая длина, 148 клинок, наибольшая ширина 23, 4,2 обух. Вот такая вещь, друзья. Рабочий нож. Да, требует определенной привычки. Да, я про это всегда говорю. Но нож очень хороший. Практически, вот если привыкнуть, подойдет всем. Ножны. Натуральная кожа. Прошиты-проклепаны, два подвеса. Вот так будет сидеть в ножнах. Кожаный шнур также можно использовать как дополнительный подвес. Свободный. Пожалуйста.